Хотите оладьи? Вот такая целая гора. Кефирно-творожные. Муки очень мало. Готовьте. Это очень вкусно. У меня все обожают и просят такие же оладьи постоянно, чтобы я пекла. Ой, вообще такие красота такая. Смотрите. Здравствуйте, друзья, гости, подписчики. Всех рада видеть. Хочу для вас сегодня показать рецепт творожных оладий, которые я делаю для своего внука. Может быть, и вам пригодится. Получаются оладьи, как бы говорит, и торта не надо. Очень вкусные. Стакан вот 250, я налью 200 миллилитров кефира. Не полный стакан, 200 миллилитров кефира. И ставлю его на подогрев, чтобы он был тепленьким. Кефир подогрелся. Выливаем его сюда. Тепленький. Я еще хочу добавить 1 столовая ложка сметаны. Остаток у меня. Я хочу его сюда добавить. Вот получилась столовая ложка сверху. Чтобы она не оставалась у нас. И стратим сюда. Это будет только положительная реакция. Так, высыпаем сюда разрыхлителя 10 грамм, 1 пачка. Размешиваем. Реакция идет хорошая. Посмотрите, как он работает. Добавляю сюда 2 столовые ложки сахара. Пол чайной ложки соли. Размешиваем. Два яйца. Можно одно, если крупные. У меня мелкие яйца от молодых курочек. Добавляю сюда 2 столовые ложки растительного масла. Творог 200 грамм, 5% жирности у меня. Все хорошо размешиваем. Добавляем муку. Мука у меня просеянная. Многие задают вопросы, когда вы готовите с кефиром, муку просеиваете. Я ее всегда просеиваю. Сколько сюда уйдет грамм? Сейчас я все это замешаю и вам скажу, сколько уходит сюда грамм муки. Муки ушло в это тесто 250 грамм. Должно получиться вот такое вот тесто, сползающее с ложки, с крошками творога. Вот такое тесто. Теперь это тесто постоит у нас 15-20 минут. Будем выпекать наши оладьи. Добавляем растительного масла на сковородку. На среднем огне на
закрываю крышкой. Если собралась вода, сразу почувствовали, что брызжает, протирайте крышку и так накрыли снова, чтобы не было воды, чтобы не собиралась вода. Ну, оладьи уже можно перевернуть. Я вижу, что они уже стали поджариваться с этой стороны. Вот такие красивые. Какие классные получаются. Пора перевернуть, по-моему. Какая красота. Не очень много впитывают. Вообще не жирные получается. Смотрите, какая красота. Пышные. Они на вкус действительно как бисквит. Они очень вкусные. Попробуйте такие оладьи. У меня всем нравятся такие оладьи. Очень вкусные. Набираю вот столько в ложечке. Они хорошо поднимаются, подходят. Делаются такие крупненькие. Накрываем. Вот такая красота у нас получилась. Это очень вкусно, друзья мои. Посмотрите, какая вот, какую вам разорвать. Видите, какие они мягенькие, а какие они. Посмотрите. У них тесто. Дочка у меня говорит: мам, у них тесто. Бисквит натуральный. Вкусно очень. А если со сметаной?